Добрый день, сегодня без микрофона, потому что очень коротко. Если открыть предыдущий ролик, то я говорил, что техническая коррекция идет в район 1970-1990. В данном районе коррекция остановилась. Можем начертить здесь маленький квадратик, здесь маленький квадратик, здесь маленький квадратик. То есть у нас идет проторговка. В рамках абсолютно секретной фигуры золотые яйца России перевернуты на бок, покрашены в красный цвет. То есть мы же все, видите, можем тег поставить золотые яйца. Чтобы понять, что же будет дальше с золотыми яйцами, нам нужно перейти на более серьезный таймфрейм. На более серьезном таймфрейме у нас дивергенция, то есть если здесь будет добавлена линия, и здесь будет добавлена линия, то мы увидим на 4 часах дивергенцию и будем рассчитывать на то, что в ближайшее время рост продолжится. Потому что мы заложники ситуации, нам нужно дорогое золото. Нам дешевое золото не нужно. Если коррекция пойдет дальше из обозначенного квадрата, то ловить коррекцию 970-990 я могу рассказать вам об этом. Это легко, можно поймать. Потому что подсказка была, что в России яйца дорожают, значит остановят перекрашенным в красный цвет, положенным на бок, золотым яйцом. А дальше я не знаю, куда она пойдет. Раз я не знаю, куда она дальше пойдет, коррекция вниз, то я ставлю наверх, потому что мы на 4 часах видим сплошные зеленые линии. И по 4 часам нам расти, еще расти и расти. Таймфрейм день пытается пройти в отрицательную зону. И вот если он пройдет в отрицательную зону и начнет снижаться, тогда мы провалимся уже гораздо ниже. То есть у нас уже тут серьезные уровни поддержки. Будем смотреть по таймфрейму день, какая будет глубина, когда начнем зеленеть все. Но я все-таки надеюсь, что удержится в положительной зоне и вернется в положительную зону обратно рост. И по 4 часам еще вырастет, 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 вырастет. И как быстро рост пойдет, там мы будем думать, уже будет обновлять максимумы или нет. Но сегодня как-то после обновления максимума в уровень 2300 и очень быстро верится, конечно, с трудом. Он, конечно, будет 2300, 2500. Вопрос, как быстро и когда. То есть два вопроса, на которых очень часто у многих аналитиков нет ответа. Поэтому надеемся на таймфрейм 4 часа. Глубина не максимальная, но неплохая. Мы зеленеем. И, возможно, здесь в рамках этого канала примерно продолжится рост. Какая вероятность? Сейчас скажу 50 на 50, все отпишутся. Ой, все-таки за рост, наверное, процентов 70. Но и на падение достаточно большая высота 30. Но зато, если упадет, ловить будет легче. Потому что там будут сигналы все сильнее, 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 сильнее. И когда мы увидим самый сильный сигнал, то мы точно скажем, мы отпадались отсюда. Как вот от 1600. Мы отпадались. Там парад планет в понедельках. Все растем вперед. Сейчас, конечно, никаких парад планетов нет. Так сказать, максимум увидели. Коррекцию техническую увидели. Надеемся, что в рамках растущего тренда рост продолжится. Все, что у нас есть сейчас, это надежды. И ничего более. Потому что на сильных сигналах мы говорим прям конкретно. В этой точке разворот. И можем сказать его с точностью до доллара. Сейчас таких сигналов нет. Всего доброго. Спасибо за внимание.